Действия мои
Поднимайте, а то я думаю, вдруг люди устали. Уже пол концерта сидят и сидят, и сидят, и сидят. А ты все пишешь и пишешь, и фонарик тебе снизу лицо освещает. У нас многие люди, уходя с нашего концерта, потом, ну, они недовольны. Знаете почему? Ну, я рассказывал, но они говорят так. Ну вот, мы там билет купили, знаешь, он пришли, он нас там заставляет, ну, знаешь, что это. Руки поднять, руки опустить. Петь, подпевать. Я песен некоторых не знаю, так он меня так запугал, что я как рыба рот открывал, чтобы кого-то знали. Вот так. Вот. Заставляет нас под... А потом еще он видит в зале, кто еще, знаешь, там, ну, равнодушен, как ему кажется. Ну, кто руки не поднимает, он и при всех ругает, и не всем залом хлопает. А я просто, ты знаешь, ну, я с барсеткой пришел, руки поднять не могу просто. Ну, неловко получилось, как ты знаешь. Ну, у нас на концертах просто руки могут не поднимать только влюбленки и люди, которые пришли с барсеткой. Знаете, кто такие влюбленки, да? Есть пара здесь кто-нибудь? Есть мальчик с девочкой? Вместе кто пришел? Смотри, такие девчонки рядом. Ты бы вот так поставил, а потом так. О-о-о! Такой стесняха прям. Есть кто вместе пришел, мальчик? Вы, да? Сколько вместе встречаетесь? 4 месяца? Давай так скажем. Первый, скажи, сильно он изменился после первых 2 недель, когда только познакомился? Как он хвостик распускал, да? Как? Изменился в лучшую сторону? То есть ты стал каблуком? Красавчик! Молодец. Старик, я тебе как каблук-каблук говорю, так и должно быть. По-другому не должно быть, понимаешь? Конечно. Нет, ты только хотя бы там, ну, на концертах так не позволяй, чтобы она вперед тебя говорила. А то получается так, я ему задаю вопрос, он стоит вот так, она так. 4 месяца мы вместе. Изменился как? В лучшую сторону. Ну, если вы на концерте у вас, значит, в лучшую сторону, правда? Ну, скажи, первую неделю, молодой человек, вас как зовут, скажи? Как? Не кайф вообще, да, что сейчас так происходит такое? Андрюха, не? Ну, кому это надо, зачем он это поднимает? Любим друг друга, по колобочке. Две куколки вместе живем, на счастье, делим весь мир. Солнце светит, зачем он на концерте об этом говорит? Андрюш, скажи, вот ты когда ее увидел, ты понял, что, ну, девушка твоей мечты? А? Понял? Лучше ври, я тебе советую. Лучше ври, потом дома тебе с тебя кожаный плащ снимут с головы. Короче, я все понял. Все.
Но за это ты будешь все песни просто разрывать, хорошо? Мы убрали эту тему, хорошо? И нет, поболтаем. Ладно. Короче, на наших концертах могут не поднимать руки влюбленки. Это, знаете, это вот ты первые две недели девушку встретил, да? Ну и как всегда, мы вот такие становимся такие романтичные, там, и я люблю тебя. Ну и парень обычно липнет, да, к ней. Вот так. Я в каждом городе рассказываю эту историю, потому что не знаю, как у нас называются влюбленки. Ну, свежак. Две недели, и куда бы она ни пошла, она стоит с подругой, говорит, на балконе, он сзади. Она ему: Володя, Володя, да, я с Леной поговорил, ну что ж ты? А он так: она дверь закрывает, а он сзади. Ну и так везде, ну первые две недели. Потом, конечно, все рушится, потом он слышит, это самое. Романтика, так прячешься. Вот первый, вот кто влюбленки, первые две недели на концерты можно не поднимать. Парнем, да? Который вот так. Ну говорит, да что ж ты, Володя, то я с Леной, то у Васи на концерте, но неудобно, он же эту историю рассказывает тысячу лет про влюбленки. Отпусти меня, он. И второй тип людей, кому можно не поднимать руки на наших концертах, это люди, кто с барсеткой приходит на концерт. С барсеткой, кто приходит на концерт. Нет таких! Ты что, Володю прячешь, что ли? Да просто так, почему Володя? По качану, потому что Володя. Какая разница? Ну как? Стас. Кстати, моему учителю Стасу Михайлову большой привет. Чё я сказал? Чё сказал так? А? Без тебя, без тебя. На концерте было бы лучше без тебя. И вот с барсеткой не поднимают руки, потому что приходят люди с барсеткой, люди в черном, о которых я вначале говорил. Ну, неудобно, потому что ты приходишь. Кто вот моего возраста, мне 36, уже пожилой человек, помнишь, что такое барсетка? Барсетка — это весь мир, да, это вот, ну, вся жизнь там твоя. Панелька, ключики, сигареты, зажигалка. И она такая коричневая, самая крутая. Оу, oh, еа! Yeah! Кто дал мне? Ты? Ребят, я, чтобы вы понимали, я эту историю год рассказываю про барсетки, и только ты придумал. Блин, можно секунду, а? По ностальгии. Братва. Не стреляйте друг друга. Она открывается? Оу, oh, еа! Yeah! А ну, подержи микрофон. Обычный человек из зала, можешь сюда стоять? У меня есть специальная стойка. Ты еврей, достал меня. Чш! Деньги, деньги ты туда положишь, сейчас тебе передадим. Плохо работаешь. Ребята! Ну чё ты там думаешь, лежит, ты плохо работаешь? Никто не знает, да, что это за артефакт, да, такой? Да, только ещё за модель подеритесь там, ага. Ну а чё, а теперь? Готовы? Это пейджер. Тебя в 98-м году с медями делали. И, короче, вот. И вы пришли на концерт с барсеткой. Ёлки, старик! А, жидовская морда. А что, плохо про меня не подумали, что евреи притесняют. Просто жадно. Америка. Как говорил классик, кто знает, тот поймет, о чем речь идет. Я думаю, что если сейчас какой-то молодому дать, он по ней звонить будет. Алёш, не работает, трубка не работает, щель какая-то непонятная. Короче, вы пришли на концерт, и у вас барс... Блин, это же просто какое... Ты больше туда только ничего не подкладываешь, старик. Чтобы сюрпризов не было на выходе. И вот вы пришли на концерт, да... Сейчас поверну.
Вот так, да? И вы так это самое, а можешь это самое? Ну, здесь, там, туда-сюда или куда-то. Одна рука разговаривает. Ну и вы стоите, и вот такой концерт вот именно до этого момента, когда я говорю про барсетку, вы начинаете так, ну, так, он думает, ну, не, буду стоять на своем, слышишь, кожу не спрячу, буду, у сердца держу рядом, ты моя родная, пусть он там не подняли, подняли руки, ты больше для меня, чем любимка. Я говорю, что, ну, можно не понимать, на самом деле мы даже для людей, которые с барсеткой приходят на концерт, придумали, как делать так, чтобы они поднимали руки. Значит, смотри, идет музыка, да? Пока темно и незаметно, ты, ну не полиция, что ты с барсеткой пришел, если не хочешь. Вот, ты берешь барсетку, проверяешь замок, вот так, незаметно, да? Потом такой раз, оп. Я это к чему? Давайте поднимать руки, радоваться встрече. Привет! Репетируем быстро припев. Сори, что так долго было, но ты представляешь, пейджер — это разрыв. Никуда не денем. И он работает еще. А сейчас мы сыграем припев песни. Не забывайте, это тоже вас касается, сидячие места, пожалуйста, да, чтобы поднимать руки. И поем. Сейчас мы репетируем припев следующей песни. Песня называется «Я выбираю рэп», и там простые слова. Мы отрепетируем, которые поем в конце. «Я выбираю рэп, я выбираю рэп, я выбираю рэп, рэп, который по людям умрет». Готовы попробовать? Андрюха. Не подведи, ты подвисал, я все помню. Готовы, да? Валера, сейчас играешь нам, да, чтобы мы порепетировали? Поехали. Я выбираю рэп на выбор! Теперь все, ну! Все, еще раз, Валера, ну, просто рассказ немного размыл эффект предыдущих песен, такую бодрость пропала, мы сейчас еще раз начнем. И аплодисменты нашему барабанщику Валерию. Голосом. Пойдем то, что репетировали, договорились. Мы, конечно, это же Саратов, мы не подведем. Поехали! Руки вверх! Руки вверх и на меня. Я выбираю рэп, который будет.
будто тепло не поднималось к верхним этажам, будто уша покрылась колючками, как уезжа. Хоть бери и уезжай, куда-нибудь бери печаль. Я стал каким-то циничным и злым, мысли и чувства, как сорвавшие бродячие псы. На небе звезды мелкоалмазная сыпь, за стеной бурной басы у соседа родился сын. Свою своим ротом смотрят сны, морозы, и то дождь, и то снег, стали часы. За мальчом реки еще, за бою таке, за мутик и хит, пусто в голове. Я затянулся терпим парником носом дым, и вроде все лады еще, гальвань воды. Качели почувствуют жесткий андаун, это и есть, наверное, тот самый андеграунд. Играю на рояле по пластмассовым мире, живу в своем мире, безграмотный лирик. Пять линий, скрипичный ключ, семь нот, вот он рэп, который по людям умрет и сорвет опять поет. Летит вперед, да так и прежде меня прет. Это корень по людям умрет, у нас все по-другому и даже кирпов. Я выбираю рэп, который по людям умрет. Летит вперед, да как и прежде меня прет. Это корень по людям умрет. Ну че, Дюха, готовы? Поем то, что репетировали, давай! Стандартная рубрика называется «Видеооткрытка». Мой помощник, мистер Барсеткин, снимет сейчас следующую песню на видео. Песня называется «Раз и навсегда». Мы сейчас будем... Что такое «Видеооткрытка»? Кто видел нас в Инстаграме, мы есть... Привет всем, кто вас видит. Мы есть в Инстаграме. Можно найти мой канал. Как он там? Ну как? Бакуляка-бакуляка, да. И увидеть, мы там выкладываем с каждого концерта это видео, которое мы снимаем всем залом, потом можно будет посмотреть и сказать: да, я здесь, вот я тот самый Андрей в первом ряду, это я, толстяк качает, и мы качаем все. Что мы делаем на этом видео? Было бы глупо, если бы мы... Вот ты на шею залезла. Нет, да? Жаль. Вот, что мы будем делать? Сейчас самое будет вступление, мы будем просто игнорировать, да? Ну, как мы просто равнодушные зрители. Ну, приехал Вася к нам в город, ну, что, ну, слушай. Ничего такого и не было, ну, и не будет. Слава Богу, такое, что есть, что приехал, молочага так держать, там, ему па-па-па-па-па-па. Но мы молчим, да? Мы не двигаем ни одного движения. Руки вот так не поднимаем раньше времени. Я повернусь, да, чтобы стоять, так сказать, лицом к тебе. И когда я скажу, давайте, мы все одновременно поднимем руки, раньше, пожалуйста, не поднимайте, чтобы было круто, чтобы эффект был полный. Скажи, ну, чтобы люди смотрели и говорили, не, ну это просто, глянь, ну просто людям плевать. Представляешь, они такие 9 секунд, ну они просто плюют, смотри. Плюют и плюют, а потом вы так резко достаете, и мы так справа налево будем качать, да, каждый припевчик. Попробуем, да? Раньше времени не поднимать, не поднимать. Ну, право, по тебе специально же говорю, конечно. Это вообще для сидячих мест, мы тоже нужны, потому что мы всех... А потом включат весь свет в зале. Кто не махал, мы будем потом покадрово разбирать каждую ситуацию. Пожалуйста. Все готовы, да? Молодой, вот вы взяли телефон в третьем ряду, как вы будете качать? Ни съемки, ни кач... А, вот, а, сообразили? Все готовы. Я сейчас немного калибровку зрения сделаю, чтобы мы там увидели. Девушка в белой замечательной блузке, вы ответственны у нас за тот сектор, готовы вы? В бежевых штанишках, девушка. Вы, конечно, это чтобы вы понимали, какое зрение у меня, охренеть. Не, куда ты ее понес? Все готовы, да? Да можешь сейчас развернуться, что ты на них будешь смотреть, думаешь, они нападут, что ли? Это ты так целый концерт так стоишь? Давай на нас поворачивайтесь, ладно. Ну, одну можно песню сделать, да? Все готово, да? Сначала мы равнодушные, нам все равно, мы такие стоим, а потом мы резко...
Готовы, да? Все готовы, молодцы, обязательно. Поехали. Сначала стоим, ни один руки не поднимаем. Yeah!
дворами, домами, в трубке личных домов. Со мной что-то не то, стучит мотор, ноет нутро. Я сошел с ума, она не суперзвезда, не парамодель. Но за нее на неделе это дуэль, десятая дуэль. Закон притяжения, я чертов не дал. Девочка, я не так тебя, не просто влечет. Это точно не будет. Точно зимой у нас есть крылья, и пусть на двоих огне. Мы пари, мы держу пари, нам завидует весь мир. Сейчас Саратов, Питер, он с тобой.